Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Глубокое сочувствие и сопереживание вызвало у меня ваша история. Вот. Безусловно, очень горько слышать о том, что человек попал в нелегкую ситуацию, и вы тоже оказались в определенном кризисе. Но я не думаю, что психолог может говорить, что самое правильное в этой ситуации, как правильно всего поступить. Потому что то, что правильно для, условно говоря, нас, может быть, неправильно для вас. И то, что хорошо для меня, может быть, плохо для вас. Это вполне нормально, это вполне логично, это вполне адекватная такая история. Здесь ничего необычного нет. Мне кажется, с моей точки зрения, что вы отчаянно сейчас нуждаетесь в ресурсов, подпитки, потому что вы оказались в кризисе, вы не знаете, что с ним делать. Вы с этим кризисом не знаете, как справиться. Вот. Вы вроде бы, конечно, как-то справляетесь с ним, но вы пытаетесь как-то с ним справляться. Вот. Но получается, это у вас не очень хорошо, потому что мне кажется, что многое вы держите в себе. Вы производите впечатление такого достаточно сдержанного человека. Вот, если не сказать немного скованного. Вот. И вы не знаете, как вы не проживаете этот кризис. Кризис, как мне кажется, он у вас, этот кризис, как бы внутри, да, он вас гложет, он вас отравляет, но вы сами не проживаете ту боль от него. Вот, может быть, те разочарования, которые у вас имеют место быть именно в результате кризиса. И молодой человек нужен вам как подпитка, вы сами говорите о том, что, ну, по сути, вы сами говорите о том, что вы надеялись, что с ним, вы все преодолеете. Вот. То есть самой мне преодолеть сложно, сама я чувствую себя потерянной. Вот, как дальше вести себя, я не знаю, вот мне нужен кто-то, чтобы меня поддержал. И, собственно, на этом, как мне кажется, основывается ваша, ну, как вы вот сами говорите, привязанность к человеку. То есть надежда на то, что он поможет вам преодолеть кризис, надежда на то, что он даст вам ресурс. Ну, ресурс, который вам нужен. Вот. Но это иллюзия, что человек может дать вам ресурс. Это всегда рождает зависимость, это всегда рождает привязанность. Это всегда рождает определенные ожидания. Например, вы ждете, что человек будет там к вам проявлять внимание, вы ждете, что человек будет, что-то делать для вас, да? Вы ждете, что он будет проявлять такую активность, какая вам нужна, но он на нее не способен или не хочет. А вы терпите, потому что вы таите надежду. Надежда – это ожидание. Ожидание – это страх. Страх самой
брать ответственность за свою жизнь, за свое переживание, за свое психологическое состояние, за свой успех или неудачу. Она не. Понимаете, в чем дело? И ваша фраза о том, что кажется, что любимых у меня больше не будет, это отчаяние от того, что негде будет взять ресурс, негде будет взять поддержку, но это поддержка вас, только вы себя не слышите. Именно по той причине, что вы себя не слышите, вы не знаете, как в этой ситуации поступить правильно. Вы не свободны распоряжаться собой, своей энергией, например, своими, ну, своими, не знаю, силами, например, ну, то есть, вот. Ну, проявить, например, какую-то активность к человеку, да? Вам это сделать сложно. Вот, тоже хотелось бы на это обратить ваше внимание. Ведь сложность, она просто так не возникает. Практически никогда. Сложность возникает тогда, когда человек не опирается на себя, когда человеку сложно опираться на себя. Вот вам на себя опираться сложно, потому что с одной стороны вы чувствуете, что что-то должны, а с другой стороны вы не чувствуете, что у вас есть на это силы, ресурсы, возможности. Вот, и вам сложно как бы, ну, из-за этого вам тяжело. Вот мне кажется, что помочь вам разрешить, в частности, эту проблему, да, мы вполне себе можем, если вы позвольте нам, конечно, это сделать. Понимаете, да? Что я пытаюсь сказать? Итак, дальше, значит, сейчас пройдемся по тексту вашему. Общались с молодым человеком долгое время по переписке, общение было на близкие темы, пошла эмоциональная приятность. А как познакомились на, ну, на основе чего познакомились, ну, грубо говоря. Вот, то есть, вы общались по переписке. Это значит, что вы искали партнера себе для общения по переписке или как? Потому что, ну, мне кажется, что случайных людей не бывает вообще не по приписке. Вот. Мне кажется, что если люди начинают общаться, в том числе по приписке, то
людям именно вот хочется именно вот что называется общение по переписке. И вопрос здесь такой, как вы к этому пришли, да? Ну, то есть, каким образом вы пришли к тому, чтобы общаться по переписке с человеком? Это неплохо, что вы общаетесь. Просто вопрос в том, насколько это для вас естественно. Ибо очень часто люди общаются по переписке только потому, что боятся, живого общения. Вот. Боятся живого общения, потому что, ну, обжигались, вот. Неоднократно обжигались. Вот. И, естественно, боятся какого-то повторения. Вот. Поэтому здесь, конечно, важно обратить на это внимание. Дальше. Так, поставим эмоциональный привязку на чем? Важно зафиксировать эмоциональную привязанность. То есть важно зафиксировать то, чего вам хочется. Эмоциональная привязанность — это всегда больше про желание, про потребности. И ваша задача заключается в том, чтобы постараться определить, чем проявляется, ну вот, ваша нуждаемость ваша, чем проявляется. Вот. Потому что это то, что определяет вашу привязанность. Важный момент в том, что вы можете обратить, значит, свой взор на то, о чем я говорил раньше. Вот. И посмотрите, а может быть вам вот как раз поддержка и ресурсы и нужны. Да? То есть, может быть, в этом вы как раз и нуждаетесь. Дальше. Встретились по пылению дома без интимных отношений. А что для вас означает интимные отношения? Какое значение имеет? Продолжил общение. Молодой человек сразу сказал правду о себе. Не сказал, что у него проблемы. Скоро будет сыт. Сейчас он на свободе. Так, ну тут у него проблемы, как вы к этим проблемам, кстати, относитесь? Было общение таким, что он тебя написал, даже ревновал меня, было ощущение, что доверяет мне. Ну, то есть, мне кажется, что два человека, когда все в трудной ситуации, пытаются друг от друга подпитаться, вот, ну, получается, что это как-то не очень. Честно говоря. Вот. Не знаю, видите вы это или нет, но вот, на мой взгляд, прям получается прямо не очень. Вот. Ну, вообще говоря, это нормально, потому что это редко, когда получается хорошо подобно. Вот. К сожалению. Поэтому тут, конечно, ничего удивительного нет, как мне кажется. Он пытается подпитаться, вы пытаетесь подпитаться от него, и в итоге, ну, в итоге получается,
получается в итоге, ну, какие-то ожидания, ну, вот, как мне, опять же, кажется, вот, хотя, понятное дело, что я могу быть неправ. Дальше идем. Так, потом он меня обманул, как? Я об этом знал, общение продолжает, потом снова стали общаться, но уже не как раньше. Ну, вы здесь, на мой взгляд, упускаете такой момент, что он вас обманул каким образом? Ну, вот. То есть, ну, желательно, вот, как-то, чтобы вы конкретно ну, пояснили, да, вот, как вы на это отреагировали, тоже, желательно, чтобы вы пояснили, потому что, ну, вас это вполне, может травмировать, да, вас это вполне может очень сильно расстроить, что, в принципе, нормально, вот. Но если вы себе запрещаете подобное проживать, то волей-неволей возникает проблема. Вот. Поэтому тут такой достаточно деликатный момент. Дальше, как вы начали общаться, тоже надо бы раскрыть, то есть где вот ваша непосредственная активность в том, что вы начали общаться. Я всегда была на связи, это его тоже обижало, у него проблемы, поэтому он знает, когда он встретится, может, только в его районе, около его дома или у него, мне не совсем комфортно, это почему? Тем более он там говорит, что уезжает куда-то на машине, тогда почему не может поехать там? Ну, то есть у вас уже здесь какие-то ожидания есть. И, соответственно, направлюсь на то, чтобы получить какой-то ресурс. Приглашал в город, договорились, на связь я не вышла из-за обиды. И вот много было таких глупостей и недопониманий. Ну, с вашими, с тем, как вы обижаетесь, с тем, что вас обижает, нужно поработать, чтобы не было этих обид, чтобы они вас не копили, чтобы вы умели обращаться со своими чувствами. Были разы, когда мне просил денег, что якобы помочь ему я не давала, почему было разное, в том отношении с подношениями, это, конечно, не назовешь, он как будто хотел что-то поиметь с меня, либо секс, либо деньги, либо что-то еще. Но это вопрос недоверия. Вопрос недоверия возникает тогда, когда человек не очень уверен, что он готов дать другому. В последнее время я ему писал совсем, только отвечаю, потому что я не понимаю, куда ведут эти отношения. Это вопрос про тревожность. Скорее, то есть отношения, они, в принципе, никуда не ведут. То есть, два человека могут выстраивать такие отношения, которые ведут вообще непонятно куда. Вот. Вам не нужно, чтобы они были в определенную сторону. То есть, это контроль здесь. Дальше. Так, он постоянно бандазирует, пишет небылицы, либо о своем богатстве, либо еще что. Как будто пытается проявить интерес, у меня не угасал к нему, но я просто вижу, что с ним не будет нормальных отношений парни и девушки. Что такое нормальные отношения парни и девушки? Аноним. Ну, то есть это какая-то норма, какой-то стереотип. При том, что за свою норму вы ответственность как будто бы не несёте. Ну, именно вот, что... Вот у меня есть какая-то норма, и я как бы ее продвигал. А все равно мне в душе этого хочется. Чего? Хочется. Даю надежду, что он решит все проблемы и будет со мной заезжать и ухаживать. Ну, вы отдаете себе отчет в том, чего вам хочется здесь на самом деле. Вам хочется определенности, стабильности, защищенности. Только это нужно не от молодого человека, а самой.
Не так давно виделись еще раз. Опять обращала к нему, было видно, что я ему нравлюсь. У меня к нему тоже была симпатия, но интима мне опять не спешила, он был деликатен. Какое у вас отношение к этому? Ну, то есть, сколько вам лет? Вроде бы взрослые люди. Вот, то есть, насколько для вас важно? Насколько вы являетесь собой, когда не спешите? Проводил, вызвал такси, приглашал в другие дни опять, встретиться, просил приехать ко мне. Хоть и знал, что не сможет. Для чего просил тогда? Знаете, ощущение, что он... вы в человеке видите возможность восстановиться. Но восстановиться нужно у человека свои проблемы. Скоро суд я не пишу, потому что я не знаю, для чего это, что это, что я могу предложить. Свою поддержку и тепло, если у вас есть. А обещать, нужно ли это ему, а вот это сомнение в собственной ценности. Пока мы переписывались, это выматывало меня. Чем? Почему? Я все время звала на личную встречу. Вы говорите, что он думал. Но сейчас даже не знаю, чего ждать. Если человек отправился за решетку, я просто боюсь, что пообещаю ему что-то другое, то он не хочет написать, спросить, как он, потому что мне действительно интересно. Ну так вот, если интересно, так и спросите. А мне такое ощущение, что у вас есть трудность быть собой, быть естественным. Я сама сейчас в печальной ситуации, потеряла работу, не вижу перспектив жизни. Но я благодарен, это определенный кризис, с этим тоже нужно работать. У меня теперь надежда, что с этим человеком нам по пути, и мы все преодолеем. Почему-то вместе. Ну, то есть, почему-то вот вместе обязательно преодолеть. Вы должны. А если не преодолеть, ну, если точнее не вместе будет, что тогда? Я не знаю, стоит ли сейчас лезть к нему сообщением. А вам хочется? Но с другой стороны, получается, я бросил в беде, не знаю как. Понимаете, да? То есть нужно разобраться себе в себе, где вы остаетесь с собой, а где вы начинаете себя предавать. Мне очень тяжело, человек мне понравился, его скоро отнимут или дадут отсрочку. Но человек не ваша собственность, чтобы его отнимать. Вам здесь нужно обратиться к своим потребностям, чего вы хотите, и учиться самостоятельно потребности этих людей. Я не понимаю, можно ли назвать это отношением. Это вопрос вашей тревожности и недоверия в себя. Ну и влияние стереотипов определенных. Мне бы хотелось чего-то другого. Но ответственности за это что-то другое вы не берете на себя. Я не знаю, какой у меня вопрос, наверное, понять, что самое правильное, ничего. Как узнать, нужна ли человеку моя поддержка, нужно ли мне самой все это, как справиться с этой бедой. Такое ощущение, что больше любимых у меня не будет. Какая беда? Не очень понятно, что именно вы называете бедой. Вот, как узнать, нужна ли человеку моя поддержка, а не как? Потому что вы просто даете поддержку и смотрите на то, как человек на это реагирует, и все. То есть других способов узнать, нужна ли поддержка человеку, нет. Другой вопрос, что вы боитесь быть отвержены. Вот. А по поводу того, что нужно ли вам, это уже непосредственно работа с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Мне кажется, что если вот в процентном соотношении брать, то у вас 60-70% того, что вы нуждаетесь в поддержке, и 30% того, что вы хотите что-то человеку дать, может быть, даже меньше. И понятно, что в таком измотанном состоянии, особенно при условии, что общение вас изматывало, вам в отношениях будет тяжело. Поэтому если вам что-то не нужно, то вам не сам человек нужен, а надежда. И вы себя обесцениваете. Как мне кажется, вы считаете, что достойны только вот такого человека, который оказался в такой же ситуации, как и вы. Но что если... Нет, что если... Вы не будете себя обесценивать. Удачи вам, всего самого доброго.